Не забываем поддерживать, поддержка важна. Последний батл. Научился новый звук, просто такая была микрофон попрактиковаться. Ну чё, ребята, короче, я вот выхожу к вам сюда. Я вот вроде бы вынес решение. Просто сейчас, типа, не вариант после там, потому что все там все разбегаться начнут, там радоваться, хлопать, там, до свидания, там, кто там, что, куда, быстрее убегать. Поэтому сейчас хочу сказать. Во-первых, большое спасибо всем, кто помогал в организации этого мероприятия, особенно главному организатору, Бибой Пахан. Спасибо, мужичок. Очень рад. Большая радость присутствовать, быть приглашенным. И вот в таком состоянии, конечно, не очень круто, но я все-таки здесь, я приехал реально поддержать, посудить. Старался быть сегодня объективным, но, как знаете, как понимаете, человеческий фактор играет свою роль, и очень порой действительно сложно решать, когда ребята на хорошем уровне реально очень бьются, и действительно тяжело. Собственно, вот сегодняшний финал, опять же, это подтверждает, и еще раз хочу, чтобы ядерно просто жестко пошумели этим чувакам двоим. Окей, независимо от моего решения, как бы они оба очень крутые, и
семи каракорчан, я не знаю, как сказать, я люблю вот это. Семи каракорцы, как горцы прям. Так что гордитесь, семи каракорцы, у вас реально здесь таланты живут. Реально вот, ну, можно доверить своих детей вот этим педагогам, и они поднимут, научат реально всему, и круто наставят на путь истины. Ровно так же, как вот эта семья Каменская здесь. Посмотрите, их как много. И их девчата мочат нереально, круче, чем пацаны. Пацанам должно быть стыдно. Мы уже говорили об этом на прошлой неделе в Бийске. Так что пацики, там все пацики, давайте соберитесь. Ну что, окей, чё, руки брать там, да? Да, да, руки, брать. Ноги, голова. Я бы дал третий раунд бы сам, но не хочу мучить уже. И... А прям тоже на сердце хотелось, третий, четвертый. Сердце болит, сердце очень. Ну что, ребят, последнее решение сегодня. Начинаем отчет. 149. 148, 47, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Первое место, битва лета 2019. Очередной раз. Субтитры сделал DimaTorzok.